В Кировском цирке готовят к показу новую программу. Самым ярким номером, который станет аттракцион с дрессированными медведями, которые ходят по канату, удерживая равновесие на 10-метровой высоте. Этот номер не раз становился лауреатом престижных международных цирковых конкурсов. Екатерина Зубарева на одной из репетиций пообщалась с артистами. Аналогов этому аттракциону нет во всем мире. Медведица Майя без страховки показывает трюки на высоте 10 метров. Несмотря на свой юный возраст, Майя 2 года, она без труда делает стойки на передних лапах и самостоятельно передвигается по канату. Чтобы научить животное такому искусству, необходимо больше года ежедневных тренировок. Иногда, рассказывают дрессировщики, трюки подсказывают сами животные. Мы репетируем. Где-то там что-то дверь хлопнула, медвежонок сорвался со своего места, но привык по этой лестнице подниматься. А артист у нас готовился просто сам идти по канату. Он, представляете, медвежонок поднимается, хватается за человека, человек пугается и инстинктивно начинает двигаться по канату. И медведь прошел за ним 1,5 метра. Потом, конечно, он свалился, мы его быстренько подхватили, но он нам подсказал вот этот трюк. Помимо медведей, кировских зрителей удивят и другие четырехлапые. Обезьяны, кошки и собаки покажут акробатические номера. Дуэт клоунов будет смешить зрителей все представление. Акробаты продемонстрируют невероятную ловкость в своих трюках. В этой программе вы увидите самые прекрасные номера. Самые прекрасные. И дьяволы. То есть разные жанровые такая вот у нас идет процесс такой вот весь в этой программе. Увидеть новую программу жители города смогут уже в эту субботу. Премьера состоится 26 октября в 4 часа дня. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.